Всем подписчикам, просто прохожим привет, перед вами Майни, и сегодня мы будем делать реакцию на анимацию по Undertale, которая называется «Папирус находит человека». Озвучка от Неадекват Рекордс, и опять же будет ссылочка и на озвучку, и на оригинал, как всегда, для таких анимаций. А мы поехали. «Папирус находит человека» от Paymation, или Paymation. Так, и как я уже говорил об Андайн, я сделал это для нее. Думаешь, ей понравится? Она повесит это на холодильник. Ты шипишь нас, Санс? Санс, помни, зачем мы здесь? Чтобы выслеживать человека. Анимация классная, действительно. Типа таких. О, мой бог! Это же человек, да? Ага. Да, шикарная анимация. Чудесно. И стиль рисовки мне очень нравится. Ты не пройдешь это место. Я, великий папирус, остановлю тебя. Разумеется. Видимо, нам немного придется поиграть в догонялки. Так и быть. Ничто не остановит будущего королевского стража. Ребенок ушел. Что? Что ж, так и быть. Даже для тех, кто не играет в Undertale, такие анимации реально охренеть. Просто классные. Это как полноценный мультфильм. Судя по всему, ты должен сдаться мне, человек. Ведь тебе не удастся пройти мою супер-ловушку. Супер-ловушка. Крысавчик Эдишн. Боже. Этот ребенок точно знает, как выходить из острых ситуаций. Замолкни, Санс. Я не дам перехитрить себя, человек. Я поймаю тебя позже. 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 Не, это круто. Ни шагу дальше, бес. Сдавайся сейчас, или я покажу тебе мою особую атаку. Не сдаешься, да? Ну, ты сам напросился. К моей груди сейчас поезд смертника. Бомба, человек. Сдашься сейчас, и я ее деактивирую. Но если не сдашься, мне придется активировать устройство. И мы умрем не... Ты резкая сука. Эта бомба была настоящая, психопат. Ты решил головоломку. Ты резкая сука. Я поймаю тебя в следующий раз, человек. Мой новый план уж точно не провалится. Боже, это смотрится как отдельный проект от Undertale. Для фанатов Undertale это вообще, наверное, перл. Перл анимации. Ешь их. Ешь эти спагетти. Серьезно? Боже. Это идеальная ловушка для приманки человека, Санс. Я самопровозглашенный пятизвездочный повар и критик. Могу назвать это своим лучшим блюдом. Самопровозглашенный критик, как и все, блин, комментаторы на Ютубе почти. Какие же. Я поймал его, Санс. Поймал? Серьезно? Стоп, серьезно? Взгляни, Санс. Серьезно? Прямо там. Моя еда была слишком хороша. Я поймаю тебя, человек. Не важно, сколько спагетти это займет. Ох, они хороши. Блин, это охрененно. Я хочу больше таких анимаций. Это охрененно. Это реально охрененно, боже мой. Это анимация с 1000 из 10. Классный юмор, классная рисовка, классно анимирована. Для Adequate Records, опять же, плюсики в копилку. Это отличный перевод. Просто 10 из 10. Он просто реально шикарен. Блин, мне нравится. Почему таких анимаций не делают чаще? Я уважаю фэндом Undertale, раз они делают такие анимации. Это круто. Это действительно круто. Вам респект. А на этом видосик все. Не забывайте подписаться на мой канал на Ютубе. Поставите лайк. Вот там где-то. Там. Или вот там. Я не знаю. Может отзеркаливать. Много отображений у меня. И. Контактики, ссылочка есть у меня. Я вас добавлю в друзья. Всем пока.